Друзья, всем привет! Сегодня я пришел в гараж. На данный момент я в гараж хожу не часто. Вот. А вот сегодня я решил сходить на улице морозец и растопил печку, чтобы тут посидеть, позаниматься своими делами. Вот она красненькая. Но в чем суть видео? Видите, сзади пластины? Эти пластины я подложил от... Ну, то есть у меня давно лежит вот такой фотоглянцеватель. Кто занимается фотографиями, тот понимает, что это такое. То есть глянцевать фотографии. То есть я в детстве занимался, у меня же каток есть. Вот, в чем суть? К тем пластинам ложатся фотографии, ну, то есть ложишь их и прикатываешь. И потом, вот он сам глянцеватель, я его достал. Он включается, он нагревается, то есть и сушатся фотографии, и получается глянцевая поверхность на фотографии. Ну, я раньше занимался, когда был молодой. И вот эти пластины, они металлические. Вот. Они не огнеупорные, но, видимо, температуру хорошую держат, раз они были вот раньше тут вот накладывались. И вот я их туда поставил, не просто так. То есть от них такая офигительная теплоотдача. Вот, я только что экспериментировал, то есть убирал их, тепло уходило, и подставлял. И моментально такая, ну прям, очень большая такая температура, прям жарище, ну прям чувствуется это лицом, телом, что ну короче, офигительно. То есть у кого есть такие пластины, они, видимо, ну, хорошо передают тепло, вот таких вот фотоглянцевателей, то, пожалуйста, можно ставить и наслаждаться теплом. То есть вот смотрите, вот стоит, блин, она горячая до сих пор, ну, поплавилась, то есть я даже не знал, что она у меня стоит и плавится, вот видите, какая температура идет, то есть вот сейчас стоишь, вот метр, невозможно стоять, блин, тут тоже он, бля, сдулось, все, блин, все поплавилось, короче, теплоотдача, блин, тут тоже надо убрать, елки-палки, это тоже, ёли-пали, что я натворил-то, друзья. Так, надо чуть уменьшить обороты. Короче, видите, что творится от этих вот. То есть нужно так направлять, чтобы вот этот вот жар весь от печки отражался вот на пластинах. То есть направляете эти пластины куда вам надо. Тут вот я, допустим, сижу, ну буквально, я не знаю, сколько тут, 2 метра от печки, вот видите. И вот невозможно тут сидеть, ну как. Жар идет, настоящий жар. То есть вот у кого такие пластины, пожалуйста, ставьте. И теплоотдача будет офигительная. Блин, я не знал, что тут даже. Ну, конечно, близко стоит, но у меня такого никогда не было, чтобы вот так прям. Блин, подходить даже нельзя. Надо еще уменьшить. То есть реально эти пластины улучшают теплоотдачу. Ну прям чувствуется, потому что я же вам говорил, что я экспериментировал, убирал их и подставлял. И то есть чувствуется сразу, что как тепло повышается, ребята. Так что у кого есть такие пластиночки, подставляем. И тепло будет намного больше. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.